Сообщение о присвоении звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу опубликовано по ошибке, сообщается на сайте Российской академии наук. В публикации сказано, что Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания почетный профессор РАН святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко. Отмечается, что предложение по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, касающиеся предоставление права РАН учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям проходит стадию подготовки. Напомним, что 18 января появилось сообщение о том, что РАН присваивает звание почетного профессора РАН патриарху Кириллу и главе Совета Федерации. Отмечалось, что церемония награждения состоится 22 января. В тот же день появилась информация о переносе события на неопределенный срок, а позже ее и вовсе отменили.